Как вы интерпретируете все эти полученные к вами данные по гибридной зоне между 46-хромосомными формами верхней побольше? Таксономический статус этих? Мы исключительно, мы уже публиковали, и Леонид Александрович многократно объяснял, что таксономический статус здесь легко решается, если привлечь категорию полувида в рамках надвида. Ну, фактически, это генетические виды, с которых начиналось изложение. Судя по тому, что вы говорите, мейоз идет нормально, внешне. Заключение, что это микроэволюционные процессы, генетическая адаптация, то есть это один вид, полиморфный вид, один. Если есть генетическая изоляция, то есть эти формы не смешиваются. Это сложная система, но это одновидовая система. Такая теория обычная и возможна, но вот другая, которая исповедует концепция генетического вида, она говорит, что если генетическая изоляция, несмотря на отсутствие репродуктивной изоляции, показана, то и гибридные зоны узкие и не превышают зону контакта, то это виды. Личного, значит, порядка... Считанный километр. Спасибо.